На старинную кладку наткнулись орловские строители. Место разравнивали под будущую застройку на улице 8 марта. Имеет ли необычная находка историческую ценность? Этот вопрос стал чуть ли не самым главным и больше всего интересовал работников стройки. Прежде всего, потому что на этом участке земли в связи с архитектурной находкой могли быть приостановлены работы. На многие вопросы дал ответ краевед Виктор Левцов. Он также пояснил, кладка относится к 19 веку. Находка достаточно типичная. Дело в том, что каждый практически дом имел подвал, подчас сводчатый подвал. Поэтому ничего необычного, по большому счету, в этом нет. Если бы дом сохранился целиком, это был кирпичный, каменный дом со сводами, и под ним был сводчатый подвал, он, конечно, представлял бы большую архитектурную ценность, потому что сводчатые дома и сводчатые подвалы в комплексе – это, безусловно, памятник. Эта площадка готовится под масштабное строительство. По одной информации, здесь вырастет многоэтажка, по другой – выставочный центр.